Всем большой привет! Я сегодня целенаправленно шла в два магазина. Это Фикс Прайс и Улыбка Радуги. К сожалению, не все я купила то, что хотела. Даже то, зачем я основное шла, я вообще не застала. Но покажу то, что было все-таки куплено. Начнем с Фикс Прайса. Из малоинтересного снова были куплены, я каждый раз покупаю, когда там бываю, паста Collection, не буду выставлять. 25 рублей пачка. Миринда 25 рублей баночка. Также чай Лисма. Тут 25 двойных пакетиков, которые можно разделять, если вам не нужен крепкий. 25 рублей тоже упаковка идет. И, ну, люблю я, люблю вот этот Роллтон картофельное пюре с селедкой. Я не знаю, я люблю, конечно, свое родное пюре, но почему-то вот у меня к этому прям какая-то любовь нежная. Тоже 25 рублей пачка. Все, неинтересное закончилось. Из очень нужного это были ватные диски Аура и КТ. В одном 150 штук, во втором 140. По-моему, и те, и другие, они неплохие. Покупала я уже несколько раз, и вроде бы все было хорошо. Вот, по-моему, какую-то Ауру я неудачно брала. Вот не этот ли классик был не очень хороший. Давайте я вам покажу. Нет, этот еще более-менее как-то. Но все равно, вот видите, краешков нет. Я помню, что вот, по-моему, зеленая упаковка. Не прошитый край. А вот эти уже хорошие диски. Вот, видите. Ошиблась. У Ауры есть в другом оформлении диски. Вот не вот такие зеленые классик. Те хорошие, а вот эти вот, к сожалению, расслаиваются. Так, я поскреплю немножко, пошуршу, ну, раз уж залезла я туда. Далее. Давно хотела, у меня над кроватью полочка, и когда ночью надо встать или уже основной свет выключила и где-то что-то там ребенку поправить одеяло или еще что-то, вот мне нужен какой-то такой был светильник прямо вот около кровати, чтобы я щелкнула, он у меня включился. Такие светильники хороши также в шкафах, если есть шкафы темные, тоже удобно. Скотч двусторонний идет в комплекте. Включается нажатием вот на саму вот эту вот с лампочками серединку. Три батарейки мизинчиковые должны вставлять, но они в комплект не входят. Их я уже купила отдельно, взяла простые, упаковку 55 рублей. Ну, они рядышком где-нибудь со светильником будут лежать. Мне не нужен он для постоянного свечения, а вот так время от времени, когда необходимо, то будет необходим. Поэтому батарейки надолго можно и такие простые. Вот такую самоклеющуюся пленку взяла, очередной рулон. Я уже говорила как-то, что у меня часть стены из-за кота оклеена этой пленкой. Она, кстати, подходит и под кухонный гарнитур у меня. И угол, который раньше просто рвал кот, когти вот выбрал точить. И что бы ты ни делал, он все равно об нее точил когти. Мы повесили, тоже Фикс Прайс, покупали такой маленький коврик, как паласный такой, как палас. Он на нем теперь висит, на нем дерет когти, изо всех сил старается, но под ковриком он все равно успевает разодрать обои. Я взяла вот подклеить. 45 на 100 размер. Вот такая вот пленочка. Далее. Шла я за блокнотом, который я видела у Яночки Пушьяна, у нее канал называется, с пайетками. Может быть, вы такой уже встречали или купили. Он как антистресс, что ли. Там пайетки в одну сторону, например, розовые, а в другую их разворачиваешь, они уже там, например, серебряные. Ну, у нас такого не было. Но так как не так давно я перебирала свои блокноты, то тема блокнотов еще у меня слишком остра. Поэтому, ну, конечно, я не прошла ним. Посмотрите. Своему маленькому кошатнику я взяла вот такую записную книжку. Она такая, знаете, какая-то мягкая, вот как фотоальбом упаковка, ну вот сама обложка. Ровно под этим блокнотом был ценник, что 80 листов записная книжка 55 рублей, но на кассе оказалось в чеке 77.
Здесь нигде 77 вроде не нашла. Обычно они это дело как-то описывают. 80 листов. Ну вот, в общем, оказался 77 рублей. Очень симпатичный, коты красивые. В такую достаточно крупную яркую клетку. Ну, замечательный. Мне прям вот он очень понравился. И не жалко мне эти 77 рублей за него было отдать. И еще два блокнотика, у которых уже цена была прям ярко так написана на их любимых скотчах. По 55 рублей. Это вот такие записные книжки. Ну, очень приятненькие они. Они были настолько там разноцветные, как радуга, лежали вот в самом контейнере, что желание, конечно, было скупить все. Прям вот салатовые, зеленые. Ой, салатовые, зеленые, перечисляю на него, смотрю. Голубые, разные, сиреневые, белые, желтые. Ну, прям вот действительно разноцветные. Видите, они так салатовый впечатлил, что я начала его перечислять. Давайте туда я в уголок поставлю, чтобы было видно. Все, по фикс-прайсу, в принципе, все. Но знаете, так интересно, что вместе с пакетом у меня общая сумма стала 672 рубля, почти 700 рублей. Ну, правда, вот две пачки было вот этих макарон, две лисмы. Оно нет, с едой-то, конечно, набегает. Ну и теперь давайте посмотрим, что я купила в «Улыбке радуги». Мне понравилось там... акция, что если берешь два средства любых из чистой линии, то детское мыло будет в подарок идти. Любое средство вот из таких вот стоило 79 рублей. На самом деле это мыло получается не совсем в подарок, потому что можно где-то и за 40, и за 50 найти по акции вот эти средства. Вот. Ну, я взяла то, что реально хорошее. Нежная пенка для умывания с экстрактом ромашки. Это хорошее. Она не сушит кожу, для всех типов подходит. И лосьон тоник освежающий, тоже вот с васильком, он очень хороший. Реально дает увлажнение. Ну и на кассе мне дали мое заслуженное мыло. Это идет отвар с ромашкой, с первых дней жизни подходит. Прозрачное такое прям. Вот такое детское мыльце. Аромат не тестировала, не стала открывать. Так пока постоит. Вот. Далее взяла, я говорила вам, что будет у меня на канале конкурс, и я сейчас так хожу по магазинам и что-то смотрю, что-то присматриваю конкурсу, и набрала вот разных средств. Что пойдет на конкурс, я не знаю еще, но пока показываю то, что купила. Вот такой гель для рук, я считаю, что вот такая вещь должна быть в каждой сумочке у женщины, даже в карманах у мужчин. Сейчас, пока в магазине я только ходила, столько кашля услышала, что бесконечно хочется просто доставать такие средства и как-то обеззараживать руки. Ну, в общем, взяла я вот такой гель для рук. Точно для конкурса я очень люблю вот такой бальзам от Делике. Вчера я только снимала ролик и показывала такой бальзам у меня. У него очень красивый цвет и приятный-приятный аромат граната. Я только тут не рассмотрела, что сам бальзам отвернутый. Можно было взять покрасивее, чтобы сюда смотрел. Он упаковочкой красивой. Вот это я точно взяла для конкурса, потому что это классная вещь. И я хочу, чтобы он у меня такой тоже был в конкурсе. Многие знают, что я любительница мыла. Поэтому я думаю, в конкурсе пускай мыло тоже участвует. Тут мыло оригинальное. Во-первых, тут разноцветные радужные розы, оно само по себе красивое. Во-вторых, в форме сердца, тоже как подарок замечательный. Ну и оригинальность упаковки приятно. Такие упаковки и на работу можно с собой на стол рабочий положить. Пошел в туалет, например, там нету мыла, да, с собой лепесточек оторвал и... пошел ручки помыл. Ну, в общем, это замечательно, очень интересно. Ну и просто как сувенир в ванной комнате поставить, например, мне кажется, очень даже красиво. Еще одно мыло, которое я решила на конкурс, это яблоко и гранат. Очень приятный аромат. Долго я ковырялась вот в упаковке, где вот такие кусочки лежали, прям хотела все скупить. Вот. Но остановилась. И последнее, что я взяла,
Вообще, эту вещь я уже видела у прекрасной Елены. Леночка, привет тебе. Я когда у нее увидела, у меня аж прям ручки к экрану потянулись. И хотелось просто взять и покрутить в руках, посмотреть поближе, что же это и как это выглядит. Это косметичка. Посмотрите, какое чудо, какая красота. Она не маленькая. Вот такое донышко. То есть в нее много войдет. Видите, даже так она мне понравилась, что сегодня и скатерть выбрана в таких же оттенках. Очень красивый дизайн. Прямо она какая-то солидная. Единственное, я когда пришла уже домой, я так расстроилась. Достав ручку, я обнаружила, что здесь еще одна. Получается, в магазине какая-то косметичка осталась без ручки. А это от меня так далеко. И мне придется туда снова идти, чтобы им вернуть вот вторую ручку. Вероятно, она была отстегнута, и кто-то из продавцов или из покупателей в ближайшую косметичку просто закинул. А так как эта ручка с ценником тоже была внутри, то я даже не заметила, что их там болтается две. Иначе я бы отдала их раньше. Цена такой косметички была 250 рублей. К сожалению, вот, например, в нашем магазине продавцы не упоминают, что если вы в ноябре набираете товар покупки на 1000 рублей, то у вас будет 20% скидки не в определенный день, а в течение всего ноября. Вот, например, я сегодня была вместе с родной сестрой, и ничего нам не стоило просто вместе пробить покупки. Вот мои покупки были около 700 рублей, и у нее 300 там, например. Ну и представьте, то есть мы могли бы все со скидкой взять, но нигде, вообще нигде не упоминалось об этой скидке. Я помню, что девочки упоминали, и меня вот уже после того, как я пробила, вспомнила об этом, спросила у продавца, она говорит, да, есть такое. Я говорю, а почему вы не предупреждаете? Ну понятно, а зачем? В общем, вот 250. А если бы 1000, то 200 рублей скидки. Это почти такая косметичка была бы, ну, по факту, да, в подарок. Ну, очень красиво. Я прямо наглядеться не могу. У меня же косметичек-то мало. Вот теперь у меня будет еще одна. Ну, реально красивая прямо. Если у вас есть улыбка радуги, посмотрите, если вам вот действительно тоже нравится такой дизайн косметики, косметички. Вот. В ней даже вот на работу вынул, как приятно на столе это поставить. И много туда войдет косметики. Она объемная, она реально объемная. Вот моя рука, и тут объем еще и больше. Ну и взяла я поизучать вот такой журнал от улыбки радуги. И вот в нем уже я, конечно же, все разглядела. Вот, видите, четко все написано. Вот не увидела. Поэтому будьте более внимательны, не как я. И если набрали на 1000, то вас ждет скидка. На этом я, наверное, заканчиваю свой ролик. На этой неделе еще буду гулять по магазинам, потому что к конкурсу я не купила то, что хотела. Все, хожу еще и никак не найду. Всем до новых встреч и всем пока!